Каждый день мир требует все больше энергии. Но какой источник энергии лучший? Уголь и газ – основные источники, но они выделяют огромное количество углекислого газа, усиливая глобальное потепление. Атомная энергия почти не выбрасывает парниковых газов, делая ее одним из самых экологичных источников энергии. Солнечная и ветровая энергия также чистые, но они зависят от погоды и не всегда могут обеспечить стабильную подачу энергии. Атомная энергия работает 24 часа в сутки, обеспечивая постоянное и надежное электроснабжение, независимо от погодных условий. Атомные станции выбрасывают в сотни раз меньше СО2 по сравнению с угольными и газовыми станциями, а по стабильности опережают возобновляемые источники. Атомная энергия – это экологичное будущее, которое уже сегодня помогает нам поддерживать баланс между энергией и природой.